Всем привет. Сегодня я хочу поговорить об обычных тролликах, которые, значит, любят везде свои комментарии оставлять. Вот, в частности, один из них. Значит, я сейчас сделаю покрупнее. Вот смотрите. Значит, Алекс Л. Говорят, что эту проблему решат на Западе, и восхищаться Таней Мунтян станет сложнее, живя в сытой Англии, и вишенку в заднее место вставят. У меня с такими ребятами разговор очень короткий. Вот посмотрите, что я всегда делаю. Я всегда кликаю вот по иконочке, вот по этой, и перехожу, значит, на этого Алекса. И, пожалуйста, значит, читаем about, о ком. Вот человек видно, что присоединился 17 апреля 2008 года. И все. И ни из какой он страны. И ничего о нем вообще нету. Видео он сам никаких не делал. Что-то там было у него на домашней страничке, как он туда закидал. А, подписывайся, подписывайся. И все. То есть вот это самый обычный троллик. Троллинг. Показываю свой. Вот смотрите. Значит, я присоединился, значит, на трубу 17 ноября 2012 года. Значит, не знаю, почему у меня тут стоит три там с чем-то там тысячи просмотров, хотя у меня было больше. Ну, смотрите, значит, четко и по-русски написано: канал посвящен Linux операционной системой, системам и предназначен для пользователей компьютеров, которые хотят его установить и использовать в повседневной работе. Значит, пожалуйста, страна. Ну и что, в какой, черт побери, стране я живу? Ну и что? Здесь, вон, можно посмотреть, как говорится, мой email адрес. Читаю? Нет. Вот. Это самый натуральный, значит, троллинг. Ну, то есть человек, очевидно, головкой-то не думает, что с людьми-то он не с дураками работает. По поводу Татьяны Монтян, я тебе скажу так, мил человек. Я Монтян смотрю с момента вступления, я ее уже лет 10 как смотрю. Даже видеоролик о ней делал в 2000, по-моему, шестом, что ли, году. Кому надо, там поискать. Название очень смешное у видеоролика. «Как поделить шоколадку». Найдете сразу его вот в поисковой строке. Так вот, как поступать с такими вот, скажем так, людьми, которые прячут свое личико. Они не любят фразу «Юль, читай, покажи личико». Вот. Они всегда за что-то там прячутся. Значит, ну вот, допустим, если у вас свой веб-сайт есть, то, пожалуйста, вот, нажимаете вот здесь, и, пожалуйста, репорт. То есть, здесь, значит, нежелательное коммерческое предложение или спам. Значит, тут фотография или секс. Те, кто детей обижает, тут hate speech или графическое там насилие, пропаганда терроризма там, ну и всякие такое. Ну, я обычно всегда выделяю вот нежелательное коммерческое содержание или спам.
Ну, для меня это достаточно. Нажимаю вот так вот на репорт. И куда это видно? У меня, значит, убежал этот пользователь. Правильно. Он у меня в комментариях больше появляться не будет. Потому что я не позволяю в комментариях своих, не позволяю, значит, людям, у которых нет никаких сведений о стране, где они живут, которые хотя бы там видеоролики свои какие-то там выкладывают, вот, и вообще о себе ничего не пишут. То есть вот это чистый тролль. Поэтому с ним вот так вот и поступаю. Поэтому, значит, когда вы, допустим, зайдете вот сюда, сейчас я покажу. Вот. У меня было два комментария, но поскольку я его удалил, то, значит, вот, пожалуйста, значит, один комментарий, скажем так, только остался публикованный. Вот таким вот образом, значит, я вам рекомендую поступать вот с такими людьми, потому что, а иначе с ними невозможно, как говорится, бороться. Вот. Ну, а у вас вот всегда есть, значит, всегда вот такая, допустим, возможность. Ну, у меня свой веб-сайт, поэтому я могу на этот комментарий пожаловаться. А у вас, хоть у вас и не свой веб-сайт, но у вас, скорее всего, тоже будет вот такой вот выбор, что значит там пожаловаться на этот комментарий, и пусть огребает, как говорится, по полной, если уж так любит демократию. Вот такие вот вещи, значит, бывают, и поэтому, значит, пожалуйста, никогда не удивляйтесь, что вот у меня, значит, вот два комментария, а только вот один, значит, вы видите. Хотя вот, ну это вот вроде бы как у меня, значит, это мой комментарий, я его запинил, чтобы все было видно. Вот. Все. И чтобы для пользователей интернета, чтобы тоже было, значит, все ясно и понятно, что всегда, значит, что-то вам не понравится, да можете вы забанить и на трубе, там, да где угодно. Вот. Просто, ну, не всегда этим умеете пользоваться. Вот. Но умение отстоять свое, значит, пожалуйста, отстаивайте свое. Вот. Мне, допустим, я еще раз объяснил, что какая разница, где я там это самое живу. Я русский человек. Вот. Пожалуйста. Вот у меня на домашней страничке очень легко вся моя декларация, что да, я говорю на русском языке. Я не люблю насилие. Не люблю насилие по языку, по национальности, по религии, по возрасту, по полу и всему тому, что оскорбляет достоинство человека. Вот и все. А с такими супчиками, как, допустим, вот эти вот люди, которые мне, значит, оставляют вот такие вот комментарии, у меня, значит, очень, как говорится, разговор, о них рапорта. Иногда могу просто удалить сообщение,
Но обычно я их просто или делаю еще, опция есть такая, отписать, чтобы этот человек никогда вообще на сайте у меня не показывался. Вот. Поэтому, значит, в принципе, значит, я почему вот здесь вот и указал, что вот посмотрите, вот у меня такая вот есть анкетка по поводу Рутуба, я делал ее. Вот. Значит, отменить рекламу, там, сделать лайки и дизлайки, сделать количество просмотров данного видео, сделать кнопку «Поддержать автора видео», сделать кнопку «Поддержать сайт Рутуб», указать свою страну. Вот указать свою страну – это очень и очень важно. Потому что тогда, вот, взяли, нажали кнопочку «Submit», вот, и, пожалуйста, у вас, значит, ваша анкета была заполнена. Вот таким вот образом. Поэтому, несмотря на то, что блокируют где только могут, но, тем не менее, даже у нас маленькие, как говорится, возможности есть. Ну, а по поводу Рутуба, значит, и его недостатков, я сделаю целое видео. Вот. Это видео, значит, вот, пожалуйста, можете, как говорится, там скопировать себе и, значит, посмотрите, что-то найдете там для себя полезного. Вот. Вот таким вот вариантом нужно поступать. Просто вот. Ну, всякой дряни нужно давать по рукам. И я это делаю много-много лет. Вот. И тот, кто мне там мозги будет парить, что что-то там Монтян не так делала, я вам однозначно скажу, что вот будь моя воля, я бы Татьяна Монтян сделал бы министром информации обеих стран, и России, и Украины. Вот у человека-то голова на плечах, и вещи она отдельные делает. И книги ее почитали бы вы. Ведь она переводческой деятельностью занимается. Вообще, очень талантливый человек. Я желаю, значит, ей всех самых благ. И, пожалуйста, значит, прислушайтесь к тому, значит, вот как таких вот тролликов банить. Чё-то твоей матери, чтобы и не было и следа. Если человек боится показать свое лицо, боится назвать свое имя, за свою фамилию, страну, в которой он находится, баньте таких. Чёртовой матери баньте. Вот. А если вам нечего бояться, ну, пожалуйста. Какая разница, что, допустим, в какой-то там стране там живешь. Ну, вот, ну живу, так получилось. Жизнь. Самого и самого доброго. Всяческих вам успехов и удач. И, скажем так, до новых встреч!